Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии консоль от компании Sony PlayStation 4. Давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Геймпад DualShock 4. Документация. Гарнитура. Шнур питания. USB шнур. HDMI. Ну и, собственно, сама консоль. Эксперименты с дизайном отошли на второй план. Да, приставка должна быть стильной, но не должна уж сильно привлекать себе внимание. После футуристичной и чересчур вычурной PlayStation 3, самой первой ее версии, дизайн PlayStation 4, кажется, близится к идеалу. Консервативность черного ящика разбавляет наклон передней и задней грани. Консоль можно установить как вертикально, так и горизонтально. Это никак не скажется на ее функциональности, а внешний вид останется прекрасным. В горизонтальной щели на передней панели расположено два USB разъема. Сюда можно подключать USB флешки для передачи сейвов игр, а также геймпады и гарнитуры для зарядки. Левее находится щель Blu-ray привода. Полоска, перпендикулярная этой горизонтальной щели, представляет собой сразу два типа элементов – кнопки на передней панели и индикатор на верхней. Индикатор может светиться белым, синим, оранжевым или красным светом, в зависимости от состояния консоли. Сзади расположены вентиляционные отверстия, именно поэтому ставить PS4 в глухую тумбочку под телевизором не рекомендуется. А также разъемы, подключение питания, оптический цифровой аудиовыход, HDMI, подключение проводной сети и фирменный разъем AUX для подключения периферии, например, камеры. Приставка от Sony оснащена 8-ядерным процессором AMD Jaguar с тактовой частотой 1,6 ГГц. В новой версии разработчики решили перейти на использование стандартной ПК-архитектуры. Данный шаг позволит разработчикам видеоигр упростить процесс изучения аппаратной начинки устройства, что сильно облегчит сам процесс разработки. Сами студии толкнули компанию Sony на данный шаг, указав главным приоритетом именно архитектуру консоли. Разработчики увеличили объем памяти с 256 МБ до 8 ГБ, что значительно повышает производительность консоли. Сами же технические характеристики приставки от Sony не поражают воображение и являются средними для ПК-железа. В этом есть и определенные плюсы. Предыдущее поколение PlayStation страдали от сильного перегрева, что приводило к их быстрому выходу из строя. Мобильное железо позволит значительно снизить нагрев консоли, что положительно скажется на их долгосрочности. Оптический привод Sony PlayStation 4 работает на постоянной скорости вращения, позволяя воспроизводить как обычные DVD-диски, так и Blu-ray. Стоит отметить, что именно вторые выступают главными носителями видеоигр и фильмов для консоли. Также обязательной является инсталляция игр на жесткий диск приставки, объем которого составляет 500 ГБ или же 1 ТБ. Подводя итог, можно сказать, что компания Sony учла все недостатки прошлой версии консоли, и PS4 является прекрасным результатом их работы над ошибками. Консоль была лишена никому не нужных интерфейсов, железо было оптимизировано для комфортной работы, не перегружая при этом саму приставку. А устаревшая архитектура была заменена на новую, удобную для разработчиков. Технические характеристики Sony PlayStation 4 позволяют играть во все игры в разрешении Full HD, поддерживая при этом FPS на уровне от 30 до 60. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши официальные страницы. Ставьте лайки и, конечно же, обходитесь без лишних трат. До новых встреч!